Третий месяц не получают зарплату ветеринарные врачи в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. 69 работникам ветлаборатории задолжали свыше 8 миллионов тенге. Погасить задолженность за счет районного бюджета местный акимат не может. Фонд заработной платы ветеринара формируют из областной казны. Реалии региональной ветеринарии увидел Вячеслав Ветлугин. Ветеринары Катон-Карагайского района – преданные делу энтузиасты, иначе их не назовешь. Местные врачи почти 3 месяца работают за спасибо. Сайран Окасов в сельской ветлаборатории трудится больше 40 лет. Рабочее место зимой отапливает часто за свой счет. Помогают крестьянские хозяйства. Даже компьютер принес из дома. Мы все здесь патриоты своей профессии. Зарплату не получаем вовремя, но рабочие места не покидаем, потому что за каждым ветеринарным врачом нашего района числится больше 3000 голов скота, а это втрое выше положенных норм. От таких условий, когда и зарплата не вовремя, молодые специалисты отказываются и часто меняют сферу деятельности. Во всем Казахстане сегодня не больше 7000 ветеринаров, причем их средний возраст перешагнул отметку в 50 лет. Ветеринарный врач со стажем Аманжан Тактаганов из профессии не ушел, но решил работать на себя. Он консультирует фермеров. В частной сфере мне работать намного проще. Стабильная зарплата, да и сфера деятельности очерчена конкретным крестьянским хозяйством. Да и бытовых проблем убавилось. Ветспециалисты Катон-Карагайского района еще не получили часть зарплат за 2020 год. Деньги перечисляет управление ветеринарии. Причины отсутствия оплаты пытаются объяснить в районном филиале ведомства. Просто денег не хватило в связи с направлением, как нам объяснили, этих средств на борьбу с пандемией. Но эти средства будут выплачены, остатки заработной платы за ноябрь, полностью за декабрь и январь месяц. Возместить 8 миллионов тенге зарплатных задолженностей ветеринарам обещают до конца этой недели. Теперь за этим проследят специалисты региональной инспекции труда. Вячеслав Ветлугин, Олжас Керейхан и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.